Какая чудесная музыка. И почему эти мотивы так знакомы? Почему, когда ты их слышишь, ты с уверенностью можешь сказать, что речь идет про Le Baguette, Le Big Mac? Madame and Monsieur, are you ready? Let's start the stream. Ой, я что-то сломал. Ай! Я тебя сейчас в таракашку превращу. Амидзу, он слишком могуч. Прячемся, ебучий колдун. А я буду считать до 10, а потом найду тебя и как жахну. Давай в чертополох сядем. Я чую ваш страх. Не понял. Я Лука коварнейший, клянусь, что сварю из вас суп. А еще, если бы я был действительно магом, я бы сделал нормальные титры, блядь, чтобы их читать можно было, потому что белый на белом нихера не видно. Мне уже скучно, пока пошел дахер отсюда, не приходи больше сюда никогда, скучно ему, блядь. Пришел тут, нудила. Иди в доту играет, а, блядь, весело, твою мамку трахнут уже до первой минуты. Такого веселья ты ждешь, щедок. Посмотрим, что еще в этом замке есть. Пойдем, конечно, как прикажете, мой король. А можно мне забраться на те камни? Конечно. Надеюсь, ты разобьешься, и я все-таки одна буду странствовать. Зажмите ЛТ, чтобы прицелиться из... А нельзя в пацана, да? Даблкил, почти что. Игра просто пушка. Да, стоишь у реки, расслабляешься. Давай, Тонан, прикончи их. Геймплей 10 из 10. Я стреляю из пушки. О нет, Гуго, берегись! Ага, я вот так же камни таскал, а потом у меня грыжа вылезла, мне ее вправляли. Ну, они подготовились сюда, здесь тайный проход. Давай проверим твой тайный проход. Денис, ты покажешь свой тайный проход? Только тебе. И только на бусте. И только тир 8. Кажется, солдаты колдуна уже близко. Чё, серьезно? Я чё, похожа на бабу, которая лжет? Блин, ты в порядке? Нет, давай уже вернемся. Амисия. Что происходит? Сколько вас еще здесь? Стойте, мы не знали, что тут чужая земля. Мы сейчас уходим уже, уйдем. Скажите на дорогу, ты все врешь. Клянусь, я не знаю, что здесь у вас произошло. Мы тут ни при чем. Смотрите, у меня маленький мальчик. Ты врешь. Чертовы воры. Я вас на куски порублю. Да какие воры ты? Ах ты мразь. А ты мудила грешный. Я больше сюда не полезу. Хватай его. Стой. Сейчас я его отделаю. Пощаду, умоляю. Пожалуйста, нет. Раньше надо было думать. Варишка, господи, батис, блядь. Пасечники. Мстят за пчел. Давай пробежим. Они нас убьют. Да ладно, нормально, незаметно. Я бог стелса. Все знают. С 2011 года знают, что я бог стелса. Хватит, пожалуйста. Ты худшая папина ошибка. Я тебя сейчас исправлю, сука. Стойте, Гуго, держись за мной. Вы кто такие? Мы заблудились. Мальчик, отпустите. Слыхал, Рами? А был ли мальчик? Снова те воры? Нет, мы здесь впервые. Послушайте, это из-за нас он опоздал. Это наша земля. Рами, разберись с ними. И смотри, не разочаруй меня. Я могу за себя постоять, я предупредила. Болтаешь ты много. Нормально, почищен раз. Ауч! Анимация шикарная. По яйцам. Было по яйцам. Хватит, оставь ее. Ух ты ж. Так. Мальчик же владеет какой-то силой. О, нет. Это Казахстан? Казахстан, да? А, нет. Это не Казахстан. Да, мне было плохо, и я вот так вот закрыл глаза, вот, и потом, и вот... Ты о чем вообще говоришь? Мы у реки играли. Какой тут Говард? Какая игра? Он что-то хотел тебе продать? Это все обман. Бонжур, миледи, здравствуйте. Что-то случилось у вас? Мы ищем мальчишку и девицу.
А что именно они натворили? Забрались на чужую землю. А когда хозяйские сыновья забираются, мы их по попе та-та-та. Какой ужас. Надеюсь, вы найдете виновных. Я тоже надеюсь. Ух ты ж, блин. Мальчишка-то они! А ну иди сюда, сука. Нет, стойте. Амица, давай за повозкой. Не дай ей уйти, омуди. Те кадец, видбат, блядь. Смотри, доколдовал от тебя. Мискюзимо. Они живы. Ой, блядь. Еще на... А, бью. В смысле? Ребята, я специально это сделал, чтобы воспользоваться перерывом, потому что надо за таблеткой сходить. Зарубили. Бля, зарубили. Блин. Да в смысле? Это будет долгий стрим. Он дышит. Это от шока. Это от дыма. Уйдите, у вас там все горит. И все-таки мы добрались. А тут живут добрые люди. Нет, одни крысы. Вообще мы здесь в безопасности. Кого-то из чата поймали модератора. Учат уму и порядку. Этого забанили уже. Хотите попробовать новую прическу? Не, спасибо, мне моя нравится. О, вы правы, все женщины королевы, а волосы их короны. А что на это скажут лысые женщины? Вот мы и дома. Он уже спать хочет. Матушка, где будет комната Гуго? Ему надо отдохнуть. Наверху, меня уже постелил. Спасибо. Что такое? Опять кошмар? О, нет. Это все шок. Наверное, то происшествие ее пробудило. У нас было полгода передышки после второго порога. Но равновесие в его крови очень неустойчиво. Амиция, отправляйся с Лукой. Отыщите магистра Водена. Передайте ему, чтобы он поскорее пришел. Надо взять себя в руки, причудится ж такое. Вы здесь живете? Да. Какой ужас. Вот они пришли, вы спрашивали. Они появились. Что это? Они боятся огня. Берегите факел. Пока он горит, вас не тронут. Что им от меня нужно? Давайте к нам, нужно забраться наверх. Какой ужас. Ты видишь, где выход? Сорти! Нет, слишком темно, давай быстрее! Закрывай! Держи, держи! Так, свет, 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 нам конец. Нет, нам не конец, все нормально, у нас есть факел. Пока все хорошо. Это сколько же можно было крысиных бургеров приготовить? Что-то не работает. Не работает. Чего вы хотите-то? Соски трогаю. Ну, не свои. А в смысле? Все, я устал, я не могу. Нужно опустить до конца. Какую кнопку надо нажать? В другую сторону. Да я по-всякому пробую. Окей. Можно побыстрее. Бразер, да что вы делаете-то, блядь? Как ты дела? Все просто великолепно. Спасибо, что помогаешь. Сильная, независимая. Стоп, просто нет. Может, я помогу? Хорошая мысль. Блядь, сразу не мог сказать. Козел. Ну и? Может быть, ты поможешь?
Алло? Пока что ни одной смерти. Ни одной смерти, и не было ни одного момента, где бы нас спалили. Поэтому считайте, что это такое вот элитное профессиональное прохождение от лица канала Love Games. Я знаете, что подумал? А я ведь тоже скоро смогу пролезть в такой узкий проход. Клёво. Давно мечтал. Второго шанса не будет. Да и блять! Да сука! Да блять! Да сука! Все сюда! Помоги! Бежим! Бежим! Нет, ошибка! Ой, боже мой! Блять! Амиссия! Тупица! Давай, мудью! Уходи! Сука! Да что? Тогда по яйцам. Вот так вот. Все, детей у тебя никогда не будет. И из пробития. А? Да блядь! Откуда у тебя сразу второе копье, можно спросить? Ой-ой. Блядь. Ну почему? Почему я? Почему не он? Берите пацана, он все равно ни на что не годен, не помогает мне. Но это вот тот момент, когда ты не хочешь в стелс, тебя все задрало уже. Ты вернулся на начальную точку зачем-то, сам того не понимая. Че ты сюда идешь, ты не пойму! Магистер Вудан. Магистер. Я Амиссия де Рун, ее дочь. Теперь понятно, почему ты их громил внизу, ничего не слышно. Орден весьма впечатлен тем, как ты разделался с инквизиторами в Гиене. А ты кто? Я Лука. Я типа алхимик. Подмастерье ты, а не алхимик. Уль, ты величаешься алхимиком. Да какая, блядь, разница? Макула вновь пробудилась. А ты тут, блядь, мемуары пишешь, блядь, помоги нам. Сдерживай свой гнев, защитница. Магистр Воден, где он? Наверху. Классный чемодан. Лука, быстро сюда. Гуго кричал, что происходит. Нежелательная реакция, у него припадок. Матушка, вы должны это остановить. Амиссия, мы всегда знали, что это может произойти. Нам нужна Беладонна. Надо унять судороги. В городе есть травник, он живет на окраине. Да почему они вечно куда-нибудь заберутся на окраину? Да, оно не так должно работать. Я хотел там пробежать. Go. Да, блядь! Да... Прячься под стол! Вот так вот. Они не достанут на нас здесь. Не достанут! Не достанут! Будь осторожней, конечно. Я супер осторожный. Давайте попробуем. Ставлю свою жопу, что пройдем. Да жопа! Это была шутка. Да не, блядь! Да не так ты, блядь! Что? Да гениально! Премия Дарвина, пожалуйста, в студию! О-о. Будешь знать, как убивать моих парней. Ну давай, не стесняйся. У тебя тут целый гарнизон к твоим услугам. Зачем сдерживаться-то? Давай. Прекрати, нет. Во что ты нас втянула? Нам просто надо было раздобыть травку. Кто же знал, что она у них здесь запрещена, а? Побежали! А, почему я возбуждаюсь, как Нина, когда они шепчут на французском? Я плен шоу за то, что я
Как же вам доели. Я, с вашего позволения, переключусь на китайский, может быть. Что у нас здесь есть? Испанский, немецкий. Da, da ist dein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Ну, погнали. Они как стояли на местах, так и остались. Стоят. Ну, наконец-то. Почему так долго? Ну, мне... Наверняка дома не было. Нам пришлось ждать. Но мы все принесли. Надо это ему дать. Да, мы и так много времени потеряли. Как он поживает? Он очень устал. Заснул. Да нормально, все в порядке, выживет. Не смей, я знаю, что это тяжко, но выбора нет. Подожди, 2 дня прошло. Как ты можешь так просто стоять? Он не заслужил таких мучений, все. Амнисия, стой. Носителю последнего это и редкое явление, и опасное. Само собой, его придется изолировать. У ордена есть особые дела. Вы что, под замок его посадите? Ты видел, на что способен твой брат вообще? Это только начало. Он еще ребенок, он ни в чем не виноват. И чем больше вы его мучите, тем больше будет крыс и смертей. Поэтому его и нужно изолировать. Чем ближе конец, тем сильнее он становится. Магистр, ну не здесь. Что это значит? Амиция, Гуго... А при чем? За последним порогом носитель ждет смерть. Нет, я в это дерьмо не верю. Мы отправимся в Марсель, в ложу ордена. У меня есть лодка и Харон, он тебя переправит за 1 шекель. А мы с ней идем. Охренеть. Вот это да. Да ну, блядь, да кто знал-то? Вы чего, совсем, что ли, дизайнеры? А если бы, я не знаю, квартиру поставил на прохождение бессмертий? Джозеф, подожди. Что где стоишь? Мы от магистра Водена, нам нужно выбраться из города. Я потом что делаю? Здесь мне ловить уже нечего. Пожалуйста, мы в ловушке, с нами маленький ребенок. Ладно, ладно, бегите к следующему понтону. Как вы думаете, что это было? Не знаю, но меня это разбудило. 12-й час еще в силе, что вышли? Вы нам скажете, может, правда, что происходит, да? Хватит нас обманывать. Нет, бегите, спасайтесь. Как они попали-то в верхний город? Не, ну, я бежал. Согласно установке. Не знаю, что произошло. Наверное, камень попал в сапог. Меня подождите. Обожал такие моменты на консольных играх, там, PlayStation, Crash Bandicoot, где нужно было от кого-то удирать. В Uncharted тоже, кстати, отличные сцены есть. Сумасшествие. Ой. Какой силой надо обладать, чтобы башню снести? Please,
Ай! Крысами, да? Ой. Минус знахарь. А, мне он все равно не нравился. Сон плохой приснился. Да, мы знаем. А что случилось-то? Нужно выходить, пока все не обрушилось. Да, Лука должен ждать нас у доков. Полгорода действительно разнесли. Я спал, а что случилось у вас тут? А город-то больше нет. Ну, придется ехать в следующий город. Этот мы уже разнесли. Слушай, девчонки, а что случилось? У меня голова кружится. Ничего, ничего, все хорошо. Ты мой герой. Никто не пострадал. Кто это? Ничего страшного, ребята просто отжимаются, спортом занимаются, все хорошо. Ты главное не открывай глаза. А Мися, что произошло? Горелым пахнет. Да это я котлеты готовила. Передержала. Ничего, мы новые приготовим. Мы уходим из города, потому что, ну, у нас сгорела плита и дом. Ну ты не переживай. Это все моя вина, да? Нет, нет, ни в коем случае. Вы в порядке? Я думал, вы... Да, да. Все хорошо, Лука. А в чем проблема-то? Гугу, у тебя припадок. Иди спи, а? Я не хочу в Марсель. Там бешеный таксист ездит. Я хочу на остров. Мне надо на остров. На остров Мальдивы, я хочу, чтоб прозрачная вода теплая, дельфины. Слушай, мы селеднищем на какие-то обломки. Может их вытащить? Может просто протолкнем лодку? Ну да, вдвоем целую лодку, конечно. Что? Серьезно? Ладно, ну тогда пешком догоняйте. Догоняй нас! Что такое? О нет. Опять крысы? Быть того не может. Крысы уже здесь? Да что ж вы делаете? Ну, они там внизу где-то, видимо. В темноте. Вау! Мы так до лодки в жизни не доберемся. Смотрите, мы спрыгиваем здесь, дальше к лодке прыгаем. Мы не идем к крысам, это неправильно. Ну, вы все неправильно делаете, ну... Ах, вот вы как выглядите! Let it go! Let it go! What the fuck? Catch this. Strike the ground with it. No, I can't. Shit, what the fuck? You piece of shit, you fuck. Ты подвёл меня дважды. Да не работает твоя хуйня. Оно сейчас взорвётся ещё в руках.
Да ну в чем проблема-то спрыгнуть туда? Пиздец. И все это ради того, чтобы попасть на корабль. Им нужно было сделать два прыжка. Там максимум высота 2 метра, 3 метра. Нет, они решили по крысам пойти. Ты, блядь, ты можешь кинуть хуйню какую-нибудь горящую? О, боже, блядь, какая душнина-то, ну душнина! Стример очень хорош. Ой, дайте забаню. Не люблю вранье вот это вот все, конечно, приятно отлезть и краснее, но... Сиди, подумай 10 минут. Yes! You run pretty fast! Блять, да тяни, блять, да ёб твою налево, нахер ты мне нужен такой беспомощный? Нет, блять, вы издеваетесь? Ну зачем я трачу на эту хуйню 10 минут, блять, своей жизни? Не только своей. Что за всратые автосохранения? Блять, здесь нет прохода, оказывается. Не торопись, говорит Лукас, в 10-й раз. Тебе нравится его боевой клич? Да, мне очень нравится его боевой клич. Его даже запишу сейчас. Go! Go! Yeah! Run! Don't think! Not thinking! I light it up! We run! All right! Stay warm! Я думаю, попыток будет еще много. Давай послушаем боевой клич на всех языках. А, лодка-то здесь. Привет! Сколько лет, сколько зим, а мы думали, что вы уже на острове. А вы все еще ждете нас. Приятно, на самом деле, настоящего друзья. Амися, прости меня. Мне страшно. Ты убийца, ты маленький злодей, ты демон воплоти, ты убил сотни людей, ты ублюдок, ты наслал на нас крыс, за что ты извиняешься, жизни нет. Какого черта? Куда вообще стража появилась? Aim and shoot. Okay. Aim and shoot. I'm aiming. Shooting! А капитан не мог, да, подстраховать и сесть? А, это та самая знаменитая девочка, да? Похоже, что способ убивать моих людей у тебя в избытке. Отваливаем быстрее. Отчаливаем. Ну-ну, попробуй. Оу, новый геймплей. Будем сидеть и стрелять в стиле Call of Duty. Ребята, они сейчас прям на палубу будут падать. Ловить их. Training man. Мы вышли из ущелья. Течение набирает силу. Следите за рулем. Я сама тут со всеми разберусь. А вы неплохо справляетесь. В отличие от вас, да. Что происходит? Мы лишились капитана. Bastards! You've killed captain! You bastards! Они нас зацепили, нужно освободить лодку. Второй крюк как-то странно выглядел, ну ладно. На абордаж! О, у нас арбалет есть! Ой. Эй, you! Finally awake! You finally awake. Ну, ребят, я на самом деле предлагаю на этом моменте сделать перерыв.